состояние у нее? Жидкая, черного темного цвета, она маслянистая. Какая бывает нефть? Что из нее делают? Как она помогает людям? На эти и другие вопросы искали ответы третьеклассники 4-й школы. Выставка «Нефть вокруг нас» – настоящий кладезь интересных фактов о черном золоте. Я узнал новое, то, что некоторая еда даже состоит из нефти. Еще то, что нефть есть разного цвета. Когда ее добывают, она вместе с водой добывается. И я узнала то, что нефть бывает разных цветов. И нефть бывает лечебная. Музейное занятие – отличное подспорье учителю. Смена школьной аудитории на выставочное пространство, подача информации по-новому. Все это помогает образовательному процессу. У кого-то светлая нефть, у кого-то темная нефть. У многих из ребят родителей работают в этой отрасли. Тоже интересно было бы узнать что-то новое. Для школы это полезно, наверное, для профориентации, для будущих профессий. Детей, которые они выберут, когда пойдут учиться в какие-то организации, то есть узнают подробнее о нефти. В прошлом году сотрудники музея разработали выставку и серию интерактивных программ, рассчитанных на разную аудиторию. Идея победила в конкурсе культурных и социальных проектов «Лукойла». Реализация началась весной. В мае состоялась торжественная презентация, и уже тогда инициатива привлекла много заинтересованных посетителей. Мы ее адаптируем. Для младших возрастов мы больше игровых моментов придумываем, а уже для колледжа и старшеклассников придумываем другие формы. Это, например, викторина, а также и ставим мы отпечатки нефтяные, что детям очень нравится. Более 500 гостей уже побывали на интерактивных программах. Аудитория проекта продолжает расти. В ближайшее время экспозиция начнет свое шествие по образовательным учреждениям города. Елизавета Портнова, Александр Усков. События.